Итак, ребята, с вами Позитивный Кэш. Снимаю очередной обзор товара. Это будет распаковка, два упаковка. Значит, крутой вокер, это арахис. Ну, заказывал на Вальберис. Приходит, ну или на Озоне можно заказать. Озон, Вальберис. Значит, приходит вот такой вот упаковки. Давайте посмотрим. Значит, арахис с морской солью, 5 штук по 240 грамм, срок годности до 13.11.2024, страна Россия, состав: ядра арахиса жареный, морская соль. Ребята, с вами первый раз вскрываю. Так. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять штук. Значит, пять штук по 240 грамм, как и было заявлено. Значит, арахис с морской солью, крутой уокер. Натуральный продукт, полезный и удобный перекус, без консервантов, без арахис, источник витаминов группы. Таких-то морская соль. Так, значит, вот давайте посмотрим здесь. Здесь написано, видите, дата. До 13.11.24. Ну, в принципе, нормально. Значит, состав: белки 26,4 грамма, жиры 45,3 грамма, углеводы 9,8 грамм. Так, с отборной, калиброванный. Сейчас мы с вами вскроем одну упаковку и посмотрим. Ну, в зависимости от региона, естественно, цена будет его разная, поэтому цену не буду говорить. Вот смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Пять упаковок. Так, давайте посмотрим. В принципе, хорошие, крупные, пахнет, ну, хорошо, то есть свежими, вот прям арахис. Немножко здесь добавлена вот эта морская соль, которая придает тоже оригинальный вкус. Ну, в принципе, смотрите, очень в упаковке, в принципе, все отборные, все крупные. Итак, это был обзор очередного товара. Крутой уокер, арахис с морской солью. Сроки годности нормальные, сам арахис неплохой. Всем спасибо за внимание. С вами был Позитивный Кэш. Оставайтесь со мной, будьте позитивными.